А сейчас мы покажем несколько прикладных упражнений для отработки уклона в движении. Итак, самое простое. Мы просто прыгаем из уклона в уклон. То есть что такое уклон? Я присаживаюсь на опорную ногу, закрываюсь плечом и кулаком. А теперь пробую делать это в динамике. Второе упражнение. Два уклона, один удар. Также вместо уклонов наружу можно делать уклоны внутрь. Вариант наиболее удобного уклона – уклон наружу. То есть, когда мы бьем и уклоняемся в сторону бьющей руки. Такой уклон проще делать в комбинации. То есть, я бью любую комбинацию и закачиваю уклон в сторону бьющей руки. Наиболее сложный уклон, но наиболее эффективный уклон наружу. То есть, я бью комбинацию, а уклоняюсь внутрь. Прикладное упражнение для этого выглядит вот так. Мы можем использовать одиночные удары, а также любые комбинации, например, двойки или тройки. Как для уклонов внутрь, так и для уклонов наружу. Все упражнения для челнока и уклонов желательно выполнять по раунду, то есть по 3 минуты.